Новое стратегическое блокчейн-сотрудничество в России. Как сообщает BitsMedia, блокчейн-платформа Waves и Газпромбанк запустили совместную программу продвижения комплексных услуг по проведению ICO и индивидуальных решений на базе блокчейна. Максим Ермилов, гендиректор цифрового подразделения Газпромбанка, считает, что внедрение криптовалютного финансирования целесообразно и в других секторах, например, горнодобывающей и металлургической промышленности. Партнерство с Газпромбанком, по словам основателя Waves Александра Иванова, позволит генерировать поток качественных сделок для криптовалютных инвесторов по всему миру.